Всем привет, друзья! Мы на канале Породные куры в Оренбурге. Меня зовут Вадим. 27 сентября. Вечернее кормление. Мы в вольере вот у миксовых курочек, которых я вам показывал вчера в утреннее кормление. И жаловался вам на них, что такие-сякие. Им было вчера 5 месяцев, а яичко они мне все не выдают. А я был, говорил, уверен, в сентябре яичко будет. Но вот как-то не срасталось. Вот такие вот красопетки, но яйца пока нету. А сейчас вот накормил, пошел, посмотрел. Вон туда, в сарай. И что я там обнаружил? Сейчас мы посмотрим. Вот такой вот натурпродукт охрененной величины. Вот что они нам выдали. Яйцо нашел на полу, не в гнездах. Ума у них еще не хватило снести в гнезде. Уронили на полу. Вот, вот такие вот детки. Какая это совершила? Это военная тайна. Мы не знаем. Вот. Ну, какая-то из них. Они вот тут одни в вольере. Вчера я вам их показывал, тут не было. Вот петушка подселил им. Гоняет своих сверстников. Я их сюда посадил, а тут его вон курехи немножко гоняют. И вот эта пушкинская курочка этот зашла к ним. Ну, пока пусть тут побудет, раз сюда сама залезла. Вот. Я наливал воды сейчас, и она у меня между ног ширк. Этот... Вот во время вечернего кормления зашла. Вот такие дела. 27 сентября. Как я вчера говорил, у меня еще есть 4 дня в запасе. Вот выдали нам первое яйцо. Значит, у нас еще впереди 28, 29, 30. Еще должно что-то из них выпасть. Кроме какашек. Вот будем теперь наблюдать, какая снесла. Но, может, еще другая будет. Ну, конечно, я ждал цветное яйцо. Выдали вот такое темненькое яичко, но не цветное. Вот так. Сейчас для сравнения вам покажу. Вот так вот я в карман положил. Вот взял из вольера от пушкинских и вот из вольера от маранов. Это вот та миксовая, которую вчера у маранов показывал. Вот, ну. Я ее сюда потом пущу. Она прошлогодняя, но несется очень хорошо. Вот. Вот это вот там миксовая снесла. Вот такой вот молочный чай с молоком, да? Это вот пушкинская кипельно-белая. Ну вот видите, насколько крупней. Я так думаю, это вот ну где-то за 65. Это тоже где-то так вот 65-66. А это около 40. Чуть поменьше, наверное. Вот так. Ну первое яйцо вот этих вот красивых девок, вот этих вот красивых девок, вот, короче, они меня не подкачали, выдали в сентябре, как завещал великий кто-то такой, яйцо в сентябре быть, вот так, так, поставим сейчас на паузу, вот на фоне такой красотетки, вот она, лапки оперены, видите, марашка, папа маран, мама ситцевая отбраковка от хохлата. Без хохолка получается вот такое чудо. Вот такое чудо, видите? Как у меня мой друг Столяти Юрий говорит, чтобы перо у курицы блестело, обязательно должен быть премикс, там корм Пурина. Вот они у меня на обыкновенной зерносмеси. И на воле. Вот они в заперти второй день. Позавчера я их вечером посадил. Ну, двое суток вот заперти. Так-то они по траве гуляли все время. Вот. Вот такие дела. Воля нужна птице, чтобы выглядеть вот так вот. Перо блестело. Нужны воля. Так, ставлю на паузу. Ну-ка, вот, видите какая. Идем взвесим. Вот, весы 0. Пойдем. Натурпродукт огромной величины. И что он нам показывает? Та-да-да-дын!
35 грамм. Вот так, первое яйцо от миксовых курочек 27 сентября. Вчера им было ровно 5 месяцев. 35 грамм. Так. Ну и давайте этих вот с кармана Пушкинская. 63. Я сказал 65. Не угадал. И этот. Это миксовая. 63. Тоже 63. Вот так вот. Это вот та миксовая. Это вот Пушкинская. А это вон тот, то, что нам выдали. Молодочки. Все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.